Руслар, хочу с вами поделиться. Последние 2 месяца у меня началась такая вещь. Вот раз нервала на болсам, я начинаю задыхаться. Вот так задыхаюсь. И вплоть до того, что у меня начинают прямо рекой слезы идут. И все, и у меня все не имеет, руки не имеют, все не имеет. Я как будто куда-то улетаю и... В этот момент люди вызывали скорую, улетаю и даже пару раз теряла сознание. Но когда прихожу в себя, начинает дрожать, все тело начинает неметь. И когда я выпиваю корвалол или пустырник, или валерьянку, спустя полчаса у меня все это проходит, как будто этого и не было. Люди называют это паническими атаками. Но вот реально, если я чуть-чуть понервничаю, вот прямо вот так, да, все, у меня это прямо начинается очень часто. То есть это вот прямо... Часто була-бала, и вот я сейчас только собралась на банкет, и чуть-чуть понервничала, были моменты с подготовкой к концертам, и все, у меня опять Миляшка меня успокаивала, опять унесло, но это было быстро, вот на 5 минут, и я вернулась, вот Мюнхгаузен, думаете, вот Нагимова, молодец, она арсаблянирия Михабель, машина, да, корвалол и пустырник, вот только это спасает. Может, кто-то сталкивался с такой ситуацией, что делать? Люди говорят, там, пить какие-то антидепрессанты. Еще пораганы, это вообще какой-то была иссерокюрисм, прямо координация движений меняется. Кто-то говорит, к психологу сходить. Это не вот, не знаю, что сделать. Вот, может, кто-то сталкивался. Врач-ларга бару, мне сразу хорошо становится. Вот проходит это, жила-балам, много треп, и как будто вот сейчас ничего и не было. Сейчас я поеду и отработаю банкет. Хотя... Ну, вот, достар, ниндзигана нервная ситуация, ларгу, надо меня тормошимда. Потери. Очень. У меня такого не было. Вот последние 2 месяца такая вещь началась. И это так страшно. Это реально страшно. Паническая атака для Риндея. Аллам сокласен вообще никак. Вообще просто. Сейчас как это вот от этого вылечиться, не знаю. Я сейчас боюсь, что концерт Ларга Шерсен браз нервала на Барсен. Концерт Табашланца Аллах сокласен. Поэтому, может, у меня специалист, просто кому идти, к Андрею, это Ирина, ну, тикшер, ты сын тикшер, мы сын тикшер, миллион советов. Вот, и нехватка воздуха, вот, гальмя, вот, воздух жить не мило. Вот, шулай. Скажите, пожалуйста, не хотела я об этом рассказывать, но что-то вот в последнее время, может, у меня очень много подписчиков, может, есть психологи среди моих подписчиков, врачи, советуйте, пожалуйста, что делать. Главное, что, смотри, вроде извини, но капли слезы должны падать не на лицо. Потому что тут надо включить профессионализм. Сейчас, кстати, многие начали писать, что кустия. Ну, дуслар, блин, мин. Что ты дугала кыши, мин дугала рукым. Кынде, тынде. Мин бетон сюрелерны блям. Я что-то верю, что вот как бы это спасает. Кустию, блин. Кто думает? Что думает? Ну-ка, подскажите. Шанасы да килми он да и бірге, но он ул да бар кімік мене. Кімдір может мен тыкать етіп отырадыр. Да ведь Аллах сақласын. Ну, это же понятно, что это бумеранг, жизнь бумеранг, это же вернется мгновенный. Гайдесам ведь откуда пришло, туда и ушло. Мен кашула етіп юрим.